Я с 9 класса уже знала, куда я буду поступать. То есть целенаправленно готовилась к поступлению в ВУЗ. И когда мы сдали вступительные экзамены, когда прошло, уже первый этап прошел, мы сдали математику письменную, устную, я уже понимала, что у меня балл будет достаточно высокий, проходной. И вот это вот само поступление, результат моего труда, да, ни одного года, это был настолько счастливый момент. Наверное, у меня и у родителей я понимала, что да, первый шаг в мое будущее сделан. Но я считаю, что я выбрала правильный вуз. Не ошиблась.